В аптеках по-прежнему нет одноразовых масок, жалуются павлодарцы. При этом без индивидуальных средств защиты жители не пускают магазины, общественный транспорт и прочие массовые места. А вот санитарные врачи заявили, держат ситуацию на контроле. Об итогах проверок рассказали нашему корреспонденту. Санврачи говорят, наличие масок мониторят ежедневно. По региону у них 335 подведомственных аптек, в Павлодаре 215. Промониторировано 116 аптек. На сегодняшний день из них в городе Павлодаре промониторировано 89 аптек, остальные по районам области. И на сегодняшний день отсутствие масок зарегистрировано в 21 аптеке. Это в 5 аптеках районах и 16 аптеках города Павлодара. На сегодняшний день в Павлодаре объем масок достаточный. По Павлодарской области стоимость одноразовой маски не должна превышать 118 тенге. Этот уровень по результатам проверок в аптеках соблюдают. Цены начинаются от 60 тенге. Основной поставщик – местный производитель. В день выпускает примерно 5000 штук. По данным санврачей, сейчас его запас около 100 тысяч изделий. И еще порядка 10 тысяч на аптечных складах. Однако в продаже, говорят горожане, их практически нет. Ну, когда узнавала, не было масок, а сейчас не знаю. У меня своих запасов хватает. До этого собрались потихоньку. Приходится покупать, которые шьют на дому. Почему? Ну, потому что в аптеках нету. Вот вчера пошли в больницу с ребенком, говорят, не запускают без масок. Я говорю, ну, ваши аптеки куплю, сейчас идем. Он говорит, нет, вот на Лермонтова туда пошли, нету, пришлось идти аж домой за маской. Мониторируют, кстати, наличие масок в розничной сети наша Кемат-области, и определенное количество предназначено для каждой аптеки. Ну, также все-таки, наверное, существует некоторый ажиотаж среди населения области, что они перекупают маски. При этом санврачи уточнили, сейчас действуют ограничения. Одному покупателю не больше 5 масок. А отсутствие объясняют тем, что их быстро раскупают. Информацию о наличии и адреса аптек просят узнавать по телефону 55 18 42. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис».